Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я риэлтор, работаю в городе Рязани. Сейчас нахожусь в микрорайоне Семчино. Хочу показать вам такой объект интересный, потому что когда приходим с клиентами, подбираем квартиры, рассматриваем, у нас тут в Семчино строится два жилых комплекса, жилой комплекс «Юный» и жилой комплекс «Видный». И обычно всем рассказываю, что у нас тут уже есть два детских сада, действующая строится школа. Но когда с людьми ходишь по асфальту внизу, машешь рукой, вон в той стороне идет школа, что она из себя представляет, да, ну не видно просто. Сейчас хочу вам показать, что же сейчас, в какой стадии находится школа микрорайон Семчино. Это всем важно, ну и для тех, кто ищет квартиры, рассматривает микрорайон для будущего проживания, так и для жителей самого микрорайона. У меня самого два маленьких ребенка, 3-5 лет, то есть мы пока в детский сад ходим, но ждем, когда будет школа, и, соответственно, вот так вот тоже следим, как она строится, с какими темпами, переживаем, когда замедляется строительство, и радуемся, когда строительство ускоряется. Ну, в данный момент что можно прокомментировать? Видите, что уже в последнее время темп строительства увеличился. Возможно даже, ну хотя может быть так и есть, запланировано, что в 2025 году детишки уже туда пойдут. Вот мы видим с вами, что уже пилоны на третьем этаже. То есть идет строительство уже третьего этажа. Проект, не знаю, школу, 3-4 этажа будет, но вот как третий этаж уже строится. Очень хорошо. Ну, во-первых, все, кто ждет школы, вот с высоты не у всех есть возможность полететь. Сейчас увидели. Все у нас в этом плане отлично. Ну и для тех, кто хочет купить здесь квартиру, думает, что же за школа и когда, и в каком она виде, вот она в таком позитивном виде сейчас находится. Вот так у нас, смотрите, хорошо, красиво, аллея. Два детских сада, школа есть, магазины у нас тут в каждом доме, Пятерочек несколько, детская больница ОКБ рядом, микрорайон Семчино. Все у нас замечательно, все будет хорошо.